что за шлем такой модный? Даже я вспомнил, это на прелесть. Что? Что это такое? А? Нас типа не видно. Нас тут... Желтая херня какая-то. Со стороны Надежды. Пойти у нас через 400 метров какая-то база. Взглянем. Там тебя убивали? Да. Ну и если получится, может быть, даже отомстим. Я понял, что с моей винтовки надо стрелять исключительно... А, это военка. Аэрофилд. Я понял, что с этой винтовки надо стрелять тупо в голову. Я, короче, крою улицу. Где на стекляшку залез? Опа, чувак возле палаток. Где сейчас я уйду? Сейчас его ща морну. Это в сторону дороги. К железке. Возле палаток там ходит. Там, где маленькая казарма двухэтажная. Иди, я закрываю. Дальность определить. 300 метров. Все, вышел, выходит. Пока не стреляй. Он встал. Можешь стрелять. Все, молодец, попал, я видел. Сука, заклинило. Ничего страшного. Он все, он раненый. Я могу, в принципе, рашить идти. Все, готов. С моей стороны чувак бежит. С моей? С моей. Где? В лесу. Рядом со мной. Ты ко мне не беги. Угу. Если убьют, пофиг. Я просто будешь знать. Если что, я по тебе посмотрю. Ну, около тебя. Все, вижу его. Он побежал в сторону палаток, туда же, где мы первый раз того чувака заметили. Сейчас. Мне рашить или как? Не, рашить не надо, просто выцеливай. Как? Я в самолете сижу. А, ты в самолет зашел? Да. Не самая удачная позиция. Сейчас я выбегу, побегу в сторону опять обратно туда же. Раз, два, три. Чё он? Он рядом со мной возле палаток. Рядом с тобой возле... Сейчас забегу в здание быстренько. Да, займи там высотку какую-нибудь. Угу. Я почти залез, почти залез. Готов, снял. Он меня контрил, ты его убил? Да, я его убил. Он по мне попал, он по мне выстрелил. Насыпил. А ты зря наверху сидишь на самом деле. Ты вниз слезь, тебя видно там очень сильно. Я тут есть пушка, надо забрать ее, я, блядь, жадная скотина. Ага. Это ты? Где? По мне шмаляют. Нет, не я стреляю. А, у меня убили, сука. А так а нахер ты туда вылез-то? Да, блядь, там пушка была охуенная.
Меня убило кто-то. Это была очень, наверное, гениальная идея, конечно. Меня надо было, да, блядь, остаться все же. Ну, блядь, меня пальнули с твоей стороны. С твоей стороны меня убили. Ну, я в кустах сижу, конечно, пока что. Жди, пока кто-нибудь залезет ко мне. Там наверняка кто-нибудь, блядь, залезет, попробовал. Да, блядь, зовут меня полностью. Я сомневаюсь, что он к тебе полезет. Полезет, полезет. Дождёшь. У меня позиция не очень удачная. Опа-на. Движение. У меня движение. Ты был прав, походу. Они с той стороны стреляли. Да. Твой труп пропал. Блять, сука, говно, жопа! Осталось 700 метров. Сейчас, блядь, не терять все равно нечего. Где там мой, блядь, автомат? Да, я его, блядь, выебал. У меня бомбит, блядь! Козлы, суки! Чуть-чуть не хватило, буквально. Рядом? Рядом со мной бежит. А у тебя есть автомат или что-нибудь? Ох, как я это пропустил. Твою мать, он в двухэтажную казарму забежал. Вот я лошара. Давайте, мужики, не отстаем, все со мной, не отстаем, блядь. Пизделей давать будем. Мощных пизделей давать будем. Забегайте туда. Да по мне-то почё? Забегайте. Да внутрь забегайте. Бля, имбецилы. Ладно, рашим. Рашим, просто рашим. Там чувак! Я к нему всех загнал. Понял. А ты чё? Там чувак внутри, я загнал пару зомбарей. Давай, туда. Побежали. Нет, он не здесь, он на втором. Ага, понял. Я пока бегаю, помочи зомбарей. Двоих. Убегаю. Это мяч заходит. Йоу, чувак, это, выходи. Я тебе жопу порву, ты мне это вещи сломал мои. Я из тебя сдох, блядь. Я злой, блядь, блядь, дай мои вещи. И будешь жить, будет, наверное. Или нет. Hey, man! You speak English? Это школьник, он там, блядь. Подожди. Открой дверь. Вот, подойди, открой дверь. Ага, он слева, да? Да. Готов? Блядь, тут второй! Тут второй, там второй, это дверь, я звоню за дверь, второй тень. Ай, блядь, мне полечит. Я там сейчас чуть не наложил личинку, где 2, 3, 5. А, блядь! Ты по мне шмалял. Я сейчас сдохну, стой, не надо, не дох, не дох, не дох, не дох, живи. Не, у тебя нормальный хп еще.